глюкоза. Это страничка из моей жизни. В 2014 году мы жили в Нью-Йорке. В июне месяца 2014 года мы переезжали из одной квартиры в другую. Мы жили прямо на Таймс-сквере, на 42-й улице. То есть в шикарной квартире. Переезд был назначен на 29 июня. Это было известно заранее. У нас заканчивался договор. И мы уже назначили весь переезд на 29-е. Но вот случайно я увидела рекламу, что концерт «Глюкозы» состоится в Нью-Йорке на Гудзоне 28 июня. Я показала Олегу, говорю, смотри, концерт «Глюкозы». Объявление, которое я прочитала на интернете, это было «Board Party with Glucosa». Это перевести как можно как «Праздник на яхте с глюкозой». Дану Радио представляет самую яркую и сладкую ночь лета 28 июня 2014 года. Глюкоза даст концерт на самой большой яхте Нью-Йорка «Handblower Infinity». Трехэтажная яхта, великолепные виды ночного Манхэттена, концерт яркой и вечно зажигательной глюкозы, а также музыка от диджей Джонни Версаче, диджей Пушкин, диджей Яни и диджей Милли. $95 стоит вход на яхту, $145 стоит VIP, это минимум 2-4 человека заказать стол. Будет предоставлена на этот стол поставлена бутылка водки и закуски будут включены. Если вы хотите купить буфет заранее, то есть выпивку, наверное, я не знаю, $45, но если вы уже решите это сделать на борту яхты, то это будет стоить $50. И если вы хотите есть и пить уже там, на борту, то это все не включено, и вы должны будете платить за это отдельно. В общем, там всякие правила, как то все. И написано, что запускать людей будут в 8 часов вечера, уже можно туда прийти, и вас уже туда запустят на этот круизный лайнер. Круиз начинается в 10:30 вечера и закончится, придем мы назад, на пир 40. Это все отправление начинается с пир 40, 353 West Street, Нью-Йорк. Придем мы назад в 1:30 ночи, то есть уже утра. Вот такое вот объявление я услышала. Конечно, мы ночью не едим, и так поздно мы не пьем. Тем более, но все равно мы там что-то покупали, какие-то напитки мы там покупали, но мы не такие пивуны, чтобы напиваться ночью на яхте в Нью-Йорке, на Гудзоне, нет. Мы питались энергией людей, которые там были, вот они пили и ели, а мы смотрели на них и от этого пьянели, и у нас от этого уже кружилась голова. Пожалуйста, билеты продаются. У него тоже не было сомнений, как и у меня не было сомнений. Мы должны там быть. Я купила билеты, мы взяли такси и отправились на этот концерт. Но перед этим весь день 28 июня мы паковали ящики, коробки, собирали наши вещи, потому что у нас вещей было немного в нашей квартире, но все необходимое, то есть мы не могли заранее все это приготовить, потому что мы жили на этих вещах. То есть 28-го мы паковались, 28-го в ночь мы пошли на концерт «Глюкозы». Концерт начинался, по-моему, в 11 часов вечера и был до утра. Где-то в 3 ночи мы были уже назад дома, и машина пришла, чтобы грузиться и нас перевозить 29-го. То есть мы были такие уставшие, такие изможденные переездом.
Но мы все равно пошли на этот концерт глюкозы. Абсолютно об этом не пожалели, когда мы подходили туда. Замечательно поете, но как здорово, что вы так хорошо знаете слова. К этой яхте, это была самая большая яхта на Нью-Йоркском Гудзоне, то мы увидели таких же людей, как мы. Было очень много людей, столько много людей со всего Нью-Йорка. Люди съехались не только с Нью-Йорка, люди приехали из разных других городов Америки, чтобы побывать на этом концерте глюкозы. Мы купили какой-то билет, и у нас были ленточки на руках. Нам повязали какие-то wristband, то есть такие браслетики. Сказали, что мы можем ходить только там, по яхте, где эти браслетики будут пропускать. То есть наш уровень только на том этаже, куда наши билетики, где мы купили билеты. Но это все не так случилось. Это было такое пати, такое объединение народа всего. Это 14-й год. Самые яркие события произошли в России, и поэтому люди праздновали. Я не знаю, вот всегда есть два тоста за здоровье, а после 14-го года еще один тост, про который я, конечно, не буду говорить на YouTube, потому что вы знаете, какая у нас свобода слова на YouTube. И поэтому еще говорят один тост, который начинается, а потом продолжается наш. Скажите, вы все мои дуэты знаете? Я выступаю. Вот мы хотим исполнить одну песню. Вы знаете этот дуэт. Но так как я одна, мне опять нужна будет ваша помощь. Я могу за ней к вам обратиться. Добрый народ все-таки живет в городе Нью-Йорке. Это два тоста. За здоровье и ту-ту-ту наш. Все люди настолько ликовали, это было такое какое-то единение душ, и это был патриотизм. И почему я говорю про браслетики? Там разного цвета были браслетики, но там для богатых, для, наверное, этих, как они там называются, для очень богатых, для тех, которые купили просто постоять, посмотреть концерт, для тех, которые заказывали ужин, там столы. Но бар был открыт для всех. И бары были на всех этажах этой яхты. Эта яхта была многоэтажная. И, конечно же, в конце концов все перемешались. Я не знаю, я на моей жизни, потому что я родилась в 1956 году, когда я была маленькой девочкой, в 61 году, я помню патриотизм 61 года, когда Гагарин в космос полетел. Этот патриотизм еще, наверное, 5 лет в народе гулял. То же самое, как сейчас. Это точно такой же, как Гагарин в космос, так и 14 год. Это такой же взрыв патриотизма, это такой же взрыв в народе, эмоций таких сильных, таких каких-то зашкаливающих. Поэтому мы очень рады, что мы побывали на этом концерте глюкозы, где люди все перемешались. Богатые, бедные, мафиози, самые простые. Кто купил билет, кто пришел на эту яхту, все перемешались. И не было никаких преград. Люди ходили по всем этажам, и богатые пришли вниз к бедным, и бедные поднялись вверх к богатым. То есть все было вперемешку на этом концерте. Совсем непросто показать этот концерт и самой себе рассказать о нем. Во-первых, очень много ограничений. Нельзя поставить песню, нельзя поставить голос, нужно иметь
то и сё, и пятое, и десятое. Поэтому я думаю, что самый такой для меня простой способ – это читать стихи песен «Глюкозы» моим голосом. Это же можно, это же я была на этом концерте, это же мои видео, это мои фотографии. Фотографии мы делали спонтанно, вот кликали, кто там, то здесь. Конечно, это очень непрофессиональные наши фотографии, но это наши фотографии, это наша история, это наша жизнь, это наш Нью-Йорк, который мы обожаем, который мы любим. Это наша жизнь в этом Нью-Йорке. И поэтому будут стихи из текстов песен «Глюкозы». Песня, которая называется «Бабочки». Даже если не сейчас я мелькну в твоих глазах, каждой клеточкой своей, я тебя любить умею. Бабочки в моем животе – это любовь к тебе. Не спрятаться, не скрыться, бабочки в моей голове – это после любви, если так случится. Бабочки в моем животе – это любовь к тебе. Не спрятаться, не скрыться, бабочки в моей голове – это после любви, если так случится. Посмотри в мои глаза, ты мне веришь? Ты сказал каждой клеточкой своей, я запомню этот вечер. Я под дождем, а в твоих окнах свет есть. Не подождешь, ты избегал встреч. Горят в такси чьи-то портреты. Кто-то спросил наши приметы. Ты мне нужен всего лишь всегда. Только ты мне опять не поверишь. Ну а может, себе вру сама, что без тебя не я. Играй со мной. Скрой, что любовь сгорает. Давай без слов, она понимает. Я видела, как ночь исчезает. Она и я с тобой только таем. Ты мне нужен всего лишь всегда. Только ты мне опять не поверишь. Ну, а может, себе вру сама, что без тебя не я? Хочешь сделать мне больно? Что хотела? Выбрала сама, так как мне казалось. И любовь окрасила меня, когда тебя касалась. Я не считала ночи для тебя, хотела и летела. А что на карте сердца ты обвел, чувствовала телом. Хочешь сделать мне больно? Твоя новая фишка. Хочешь сделать мне больно? Я уже не малышка. Ты меня крючками зацеплял, но я не терялась. Просто ты нашел, что не искал, и я уже спасалась. А после я старалась не остыть, хотела до предела. Когда любовь ты пальцем обвел, чувствовала телом. Ваши руки, ваши крики, ваши улыбки – сегодняшней нашей премьеры. Спасибо вам за это большое. Мне правда, это очень приятно. Так вот, я про жизнеутверждающую песню. Мы, если честно, влюбились в одну песню. Мы не всегда артисты поем свои песни. Иногда мы врываемся в караоке и давай отрываться на чужом репертуаре. И вот одна из песен задержалась-таки у нас в списочке. Вот мы сейчас вам ее споем. И надеемся, что вы узнаете. Улицы, люди, потоки машин, двери, подъезды, сиянье витрин. Все так спешат в суете городской, мне лишь не хочется бегать одной. Времени мало прошло с того дня, как повстречала нежданно тебя. Видно, угодно так было судьбе,
И вот теперь меня тянет к тебе, ведь я не робот. Я все спешу в суете городской, я так хочу повстречаться с тобой. Что же мне делать, если люблю? В каждом прохожем тебя узнаю. Где ты сейчас? Я пытаюсь узнать. Где тебя встретить? Хочу угадать. Сколько же можно бродить мне одной? Ведь я живая, я чувствую боль. Ведь я не робот. Взмах. Наш разговор все не шел. Но что ты в этом нашел? Ведь мы такие же чужие. Мы чужие, мы чужие, мы чужие. Я гашу свет и прощай. Ты, как последний трамвай, без колебаний и сомнений ты ушел. И вот так, вот так. Я улечу еще выше. Взгляни наверх и услышишь. Это хлопки моих крыльев. Я лечу. Сорвусь с небес на мгновение, и все твои откровения я разорву, не поверив. Не хочу, не хочу. А жизнь идет мимо нас, и мы все пишем рассказ, где мы такие же чужие. Мы чужие, чужие. Я не прошу ничего, зачем мне дружба его? Без колебаний и сомнений ты ушел. Ой, как хорошо! Вы чудесные, вы прекрасные. Спасибо вам большое за этот великолепный вечер, за ваше настроение. Вас очень люблю. До встречи. Чудесно вам оторваться. Пока мы пели один список, нам составили еще. Ура! Вы решили, что вы так хорошо узнаете наши песни? Ну что, продолжаем, что ли? Да! Ну ладно, я, если признаться честно, слышала, что хотят слушать эту песню, то сама ее очень люблю. Поэтому давайте вместе уже споем, да? Как говорится, по 50 и спать. По 250! Я улечу еще выше, взгляни наверх и услышишь. Это хлопки моих крыльев, я лечу. Сорвусь с небес на мгновение, и все твои откровения я разорву, не поверив. Не хочу, не хочу. Я улечу еще выше, взгляни наверх и услышишь. Это хлопки моих крыльев, я лечу. Сорвусь с небес на мгновение, все твои откровения я разорву, не поверив, не хочу. Возьми меня за руку, останови такси, я очень хочу домой. Поеду, чтобы спрятаться от нас с тобой. Вся комната в дыму, я ночью у окна, с ментолом сигареты и сижу одна. Размазанная тушь и порванная нить, я не могу секунды без него прожить. Не выдержу опять, я буду ему звонить. Я не могу секунды без него прожить. Возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. Я не могу тебя терять. Возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. Я не могу тебя терять. Как будто не дышу, ты трубку подними. Я чувствую, что в этом мире мы одни. Прости меня, прости, пути я знаю все, но все равно они ведут меня опять к тебе. Ну, с вами, конечно, можно хоть до завтра, если честно, зажигать. Одно удовольствие стоять на этой сцене, то, что идет отдача, идет энергия, это супер. Ну, ладно, по последней и по домам. Я смотрю, у нас сегодня столько приятных
совершенно красивых, невероятных мужчин здесь вот с нами. Девчонки, давайте их поприветствуем. Привет! Вот. Я особенно ценю мужчин на моем концерте. Девушки, они и так всегда веселые, в принципе, без разницы, куда что-то живет. Вот. А мужчины не такие. Вот. Поэтому следующую песню я хочу посвятить мужчинам. Потому что, ну, как, какие бы они у нас не были сильные, крепкие, не защищали бы нас, они все равно наши малыши. Вокзал. Серый вокзал завязал холодными ветрами, секретами. Каждый гудок со всех ног горело кометами. Где же ты? Я по капиллярам не запустила твоих телеграмм. Тай на руках моих снег, тай, превращайся в слезы, ответы мои. Серый вокзал наказал твоими обманами, ранами. Ждать и курить не забыть. Зрачок сокращается, не считается. Я по капиллярам не запустила твоих телеграмм. Тай на руках моих снег, тай, превращайся в слезы, ответы мои. Корабли молча друг другу смотрели в глаза. «Я скоро вернусь», — ты тихо сказал. «Навсегда это запомню и буду любить, нежно так, как только может быть». А море лежит очень тихо у ног, как будто для писем последний листок. Для тебя и чайки выводят все чувства мои. На воде послание тебе. Корабли, корабли, не хотела я с вами прощаться. Обещали вы мне возвращаться и, конечно, коснуться земли. Корабли, корабли, появитесь вы из ниоткуда, словно это обычное чудо. Я хотела увидеть вдали корабли. Но ты не ответить мне точно не мог. Я чувствую боль, я свернулась в комок. Но опять на берегу я в своих башмачках, как всегда смешная и в очках. А слезы на щечках оставят маршрут, уже позади 200 000 минут. Все равно я верю и знаю, что точно дождусь, потому что ты сказал «вернусь». Вот такая любовь. Я смотрела в окно машины, все красиво скрипели шины. Черные диваны оставляли следы от кокаина. Это так наивно. Руки на руле и педаль на скорости. Выжимаю до упора с чувством гордости. Ничего не страшно, пролетаю мимо. Такая картина, скорость. Я хочу укрыться, слиться и бегу от того, что мне снится. Не слышно. Ты, мечты, мосты, любовь. Прочно, знать бы точно. Я хотела любовь по-новому, мягкому, чистому, скромному. Ты смотришь на меня по-черному, связи оборваны. Вот такая любовь, вот такая любовь, вот такая. Ты на меня смотрел, как на доступную, легкую, глупую, мутную. Но не так это было, как ты думал, подставляя к голове своей дуло. Жизнь, которую я не хотела, заставляла лишь тело. Ему надо, надо, оно ненасытно. Мне хватило с избытком, и я добита. Знаю, что будет больно и долго. Ты мальчик с характером. Долго, вдох-выдох, чертова любовь. Вдох-выдох, вдох-выдох. Пузырьки кислорода в кровь. Ненавижу тебя за это. Таю, как во рту сигарета. Это прет по полной программе. Подруги говорят, что успокоит оригами. Вот такая любовь, вот такая. Выстрел в спину. Девочки бойко танцуют, мальчики ищут стакан. Кто-то кого-то целует, а кто-то валяется в хлам. Стоптаны туфли до пяток, колени изодраны в кровь. Подруга просит поверить, а бойфренд твердит про любовь.
Выстрел в спину, правды нет. А кто здесь друг мне, а кто нет? Фальшь, улыбки, смех навзрыд, дверь закрылась, мир открыт. К маме нет смысла соваться, скажет, что все это чушь, сама смогу разобраться. Тогда от души оторвусь. Глаза блестят счастливо, и взгляд устремился вверх. Я даже всех простила, и даже не глянул мне вслед. Выстрел в спину, правды нет. А кто здесь друг мне? А где ответ? Фальшь, улыбки, смех навзгрыд. Дверь закрылась, мир открыт. Деньги. Все слезы смыло, и в кризис наших олигархов накрыло. И я теперь ему совсем попешила. Осталось где-то, не пойму. Эх, надоело. Уж лучше б я уже потом залетела. Я как фанера над Парижем летела. И не нужна ща никому. Деньги, денежки мои просто убегают. Надо было выходить замуж по любви. Деньги, денежки мои слезы вытирают. Эх, была бы я умней, и если бы мои. Все стало худо, и я уже не знаю, что и откуда. Я пересела с Мерседеса на верблюда и рада этому вполне. Эх, девы-девы, вы выходите замуж без подогрева. Теперь уже и я опять захотела, но если он придет ко мне. Деньги, денежки мои просто убегают. Надо было выходить замуж по любви. Деньги, денежки мои слезы вытирают. Эх, была бы я умней. Были бы мои.